вновь шоу продолжается. Приветствую всех зрителей и любителей бронетехники. Сегодня будет снова особенная сборка. Я соберу японский танк Type 97 Чиха. Чиха, какая разница. Самое главное, что он от Тами, а это очень меняет дело. Видите, даже отдельная деталь в пакетике, уже вообще все четко. И, естественно, я буду очень все это хорошо собирать, потому что хорошим моделям хорошая сборка, а плохим моделям хуйим по столу. Как же можно охарактеризовать эту модель? Я бы сказал, довольно очень положительно. Каждая деталь имеет свое место. Все очень четко проработано. Это такое выражение уважения к покупателю, чего нет у отечественных моделей. Причем, ну да, это, конечно, чуть дороже модель, чем, например, того же класса легкие танки, чем аналоги этой Чихи. Например, БТ-7, он же 200 рублей у нас стоит, но лучше уж чуть подороже. Да, скорее всего, наценка вызвана тем, что там на таможне надо налоги что-то платить, и все, и из Японии везти модели. И поэтому такая высокая собственная цена. Ну, это нужно платить. За качество нужно платить. Потому что вот он стоил, набор сколько он стоил? 485 стоил. Я вспоминаю, что за 450 рублей я купил вот это вот безобразие, вот это вообще, вот это, блядь, просто уебище просто. Короче, совет всем на будущее. Не ходите бухим в магазин, блядь, иначе можете вот эту вот хуйню купить, блядь. Вообще просто бесит она меня, вообще уже, не знаю, надо с ней, короче, покончить нахер, блядь, сука, блядь. Фу. Взбесила меня немножко эта модель. Конечно же, немного времени было затрачено на скрепление этой модели. Деталей не так уж и много, но тем не менее, получилось красиво. Приближенно к реальности. Даже вон солдатики, вон они даже с пулеметом таким уже лезет в бой. Один вот так покосился немножко. Почти все детали были использованы. Так что, что-то, да, конечно, у этого танка бомбануло, я смотрю. Ну, вначале, конечно, у меня бомбануло при его виде, а потом у него. Ну-ка, может быть, и использую потом его детали. Пусть вот так стоит на свету. Но, конечно, в реальности эти танки, как бы сказать, не очень эффективны были в бою. Ну, конечно, они предназначались для войны на островах и для быстрого десантирования. Ну, кратко охарактеризует их характеристики следующая картинка. Что-то ничего не происходит. Ну-ка. Что-то сломалось. Что-то где-то сломалось. Сейчас надо починить. Ну-ка. Вот. У этой картинки есть четкое название. Гробы едут хорониться. Так и это. Ну, модель сама очень классная. Что ж, осталось только теперь покрасить. Я уже закупил кисточку, кстати, буду снова возвращаясь к ручной покраске. И пользуясь случаем, вот у меня тут момент немножко на части разъехался. Пока он еще совсем не засох, надо кое-что приклеить. Так. Где это? А, вот это вот.
кнопочка у меня отвалилась. Дело в том, что я выходил из метро, и что-то я не знаю, на телефон очень отвлекся, вот очень прям сильно отвлекся, смс-ки писал, там все. А это нельзя делать, нужно всегда быть внимательным. И я отвлекся, выхожу из метро и врезаюсь в человека в рекламу. Знаете, такие ходят, всякое предлагают, то с цветами, но в моем случае он, у него был на этих плакатах написано «Сауна за 600, вот 600». Ну, короче, я врезался, у меня немножко рука болит, и телефон, естественно, вылетел из рук. Немножко так развалился надо. Нет, чай еще не готов еще. Так, ну-ка, давай, что-то приостановлю пока. Ну, не хочет тут что-то вот схватываться. И для этого клей надо, чтобы как следует все схватывалось. Ну, конечно, эта реклама обманывает людей. Никогда не верьте рекламе. Никогда не верьте, потому что там сауна вообще ни разу не за 600 и ни разу не сауна, я бы сказал. К сожалению, гуашь подвела меня. Она практически вся высохла. Хотя на коробке написано, что срок 36 месяцев. Или 18. Короче, срок не прошел у них. А вся сухая вообще просто. Придется акварелью поработать здесь. Вообще очень жалко, конечно. Так. Ну, кисточка как раз вот для модели специальная такая, чтобы ускорять покраску. Вот так. И можно пройтись, хотя нет. Я же хотел зеленую краску. Чуть-чуть можно, чуть-чуть, много не надо красить его. Он так хорош сам по себе. Так у него, можно сказать, расцветка такая для войны в джунглях. Можно просто чуть-чуть добавить. Немножко этих солдатиков тоже раскрасить. А то они хмурые лица, их надо повеселее сделать. Вот и подсох танчик. Получился некий камуфляж, как раз для джунглей. Кажется, что есть какой-то вот оригинальный цвет. Ну, катки я покрасил с баллончика, потому что как эта сраная гуашь вся засохла вообще, блин, просто сильно меня подвели, конечно, тогда 80 рублей за нее отдал, вообще уже. Ну, солдаты тоже более-менее так. В целом, да, танк простой, сборка простая, но относительно интересный, и результат может очень качественный появиться, да, немножко, конечно, пачкается. Что ж, конечно, не забывайте подписываться на канал, если вам это интересно. Ну, а я на шаг приблизился к своей цели. Вот он. Вот это. Там. На моем плакате. Что ж, до новых встреч!